Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию After Dead. Хотел сказать After Dead Plus. Вайзика что переиграл, в скобочках нет, потому что я только снял две серии. Ну и все. Потом я думал, нужно After Dead пройти. Потом думал, да, надо. И теперь мы играем в After Dead. Как это вечно у нас загрузка. О, поехали. Так, мы с вами нашли сокращение пути. Так. Улучшенные когти, это не те у нас когти, которые нам нужны. Или это те? Это не те. Те когти на специальном алтаре находятся. Ай. А давайте я сюда до конца спройду. Или... А, и так я сюда и правильно иду, алло. Мне ж сюда и надо. Ой. Так, у нас, короче, с вами, как я понял, водный мир. Здесь лучше взять этот костюм. То, что мы с ним передвигаемся быстрее. Медузки! Медузки не проблема. Медузки нам не проблема. Их очень много, но они довольно медленные. Короче, нужно будет, наверное, к следующей серии посмотреть эти. Где находятся все секретки. Да. Сейчас мне это не открыть. Вот там, где открываются вот эти врата новые, вот там типа усложненные боссы. Мы пока что играем с вами, где легкие боссы. Поэтому здесь нечему удивляться. Так, да, поехали. Влево, вправо, давайте влево. Тут тупик. Так, там у нас, короче, шипастые зараза. Здесь у нас тоже шипастая зараза. Только не помню, что здесь. А, здесь мне нужен двойной прыжок. Именно хребта моего. Двойной прыжок моего хребта. Так, я ж могу еще по идее ниже просто пойти. Ну, понятное дело, что сейчас к боссу приду. Погнали тогда к этому. К рыбе шипу. С этой стороны еще был у нас. А, мне тут тоже нужен двойной прыжок, я понял. Окей.
Блин, мне нужно столько энергии. А ее будет много. Это я знаю точно. Это я знаю наверняка. Цепочку не достаю. Нет, достаю. Так, карта. Так, теперь главное вернуться обратно. Теперь главное вернуться обратно нормально, не подохнув где-то по пути. Замечательно. Мне все равно, я иду к телепорту. Так, хорошо, телепорт активирован. Теперь мы идем ниже. К боссу. К боссику. Да, правильно иду. Или пойти еще в левую сторону. Только там, кажется, закрыто все. Давайте сбегаем. В смысле? Ну да, здесь тоже, видите, нужно двойной прыжок моего хребта. Нужен мощный хребет. А, здесь там боссик, видите? То есть, увы, не так просто все это дело. Все равно дамаг получил. А, я все равно добегу, выживу. Скоро босс, скоро сохранялка. Так, первая сохранялка. А второй босс. Ой! А второй босс. Нет, сначала сохранялка, потом рыба, еще залезть бы, а теперь босс. Тут, кажется, цветок огромный, да, лантерна. Красивый, да, цветочек? Что он делает? Он ни хера не делает. А, ну да, кроме вот этих, что пулять шары. И вот эти лазеры жестко взрываются.
Бля. Вот это вспомни теперь тактику против него. Так, сюда, кажется, я залазил. И делал вот такую вещь. Изи. Изи, изи, изи. Легко, видите, легко, легко. Оп. Так, осталось два цветочка. А, наплевать. Все. Все готово. Босс уничтожен. И что это мне дает? Это мне дает какой-то там предмет. И либо предмет, либо улучшенные. Вспомнил, нам нужны не улучшенные когти, а кое-что поприкольнее, ребята. Косы. Да. Они помогут тебе уничтожить те закрытые врата. Свиточки, это тоже косы. Как получать косы? Надо убивать врагов. Из врагов падают, либо... Так. Ты думаешь, я помню эту кнопку? Я не хочу на нее нажимать. Я лучше... Сначала пройду до того места. А потом использую. Так, кстати, а где сохранялка? Телепорт. Далеко, ладно. Вот. Бом. И все. Ребят, даже если мы отдохнем у костра, в скобочках хилки, она у нас не восстановится. Потому что нужно это все собирать чисто из-за врагов. Но она тоже врагов убивает. Косы. Вот, видите, раз коса. Раз коса, раз коса, раз коса. Все, теперь мы можем считать, повысили уровень сложности своей игры. Теперь мы можем в любую точку идти. Карта. С этими косами мы можем куда угодно пойти. Поэтому берем телепорт и поехали. Давайте начинать тогда с самого простого, это отсюда. Нам просто нужно вниз спуститься. Нам нужно просто сюда спуститься. Да? Да. Изи косы. А, вспомнил, окей. Так, еще улучшение для кос. Ну, в остальных таких местах это находится улучшение кос. Ой, боже, что это?
А давайте я попробую. Не знаю, не понял. Но я же их еще один раз ударил, плюс. Сам. Так, мне еще способность нужно лазить по... По этим. Как она называется? Способность лазить по... А, по паутине. Да. Так, давайте сохранимся, сходим. А то так, не дай бог, и сдохну еще. Так, сохраняемся, возвращаемся. Ладно, один раз копнули, неважно. Следующее место. Давайте, наверное, сюда. Или сюда. Так, мне нужно вообще где-то... Получается, сюда. И вниз там идти. Ну, а давайте тогда... Еще улучшение для косы возьмем там. Кисик мой. Еще возьмем улучшение для косы, потому что вот эти улучшения для косы, они тоже помогают в каких-то кое-каких случаях. Поэтому пускай будут лучше, чем не будут. И они очень домашние на самом деле. А давайте попробуем еще на нем. А не, не ваншотит. Не ваншотит. Там еще есть типа мощные косы. Они, короче, уничтожают врага и летят дальше. Угу. Еще косом, косом. Коса. Так. Там мы все исследовали. Нет, мы там не все исследовали, стоять. Мне нужно вернуться. Мешка коса есть все равно, да? Поэтому не страшно. Нам нужно сюда и там... А, там паутина. Вспомнил. Блин, я забываю, где паутина, а где нет. Так, это корабль. Поехали. Тут у нас корабль. Сейчас быстро туда пролетим. Трум-трум. И готово. Трум-трум и готово. Если предлагать вот такую херь давать, то лучше ее юзать. Потому что, видите, здесь я бы паучком не сделал ни хера. Трум-трум-трум-трум. Плюс еще косы. Трум-трум-трум-трум.
Так, next. Давайте попытаемся туда по-быстрому пройти. О, да. Помню, где-то было место. Но чтобы туда попасть, мне нужен этот. Паучок мелкой формы. Понимаете? И плюс, чтобы у меня был двойной прыжок на нем. Я помню, где-то, да, тут были спрятаны вот эти фишечки. Помню, что были где-то спрятаны фишечки. Да, не могу двойной прыжок юзать. Не, ну игра на самом деле прикольно сделана, типа. Да и по сложности хорошая. Ай. Сейчас вернемся обратно. А, мне все равно сюда. Тю, блядь. Я сохранюсь. Потом дальше пойдем. Сохранюсь и пойдем дальше. Пойдем вниз, да? На меня вниз, видите? Не в этот, конечно, низ, но все же вниз. А там паутина. Я вспомнил. Я вспомнил. Снова и снова вспоминаю одно и то же. Так. Так, здесь у меня два прохода наверх. Так, какие у нас проходы именно? Пока у нас время есть. Так, здесь у нас паутина, хорошо. Здесь у нас коса. Да, коса. 7 кос. Я не помню, максимум, кажется, либо 9 можно. Да, кажется, 9 кос максимум. Так, там еще что наверху есть проход. Там еще есть наверху проход. Ага, так, там и тут тоже есть что-то. Давайте сюда. Ага, там у нас тоже косика. Коса. Быстрое перемещение. Вот, видите, деф меня прикалывает. Он намного быстрее увеличивает передвижение по карте. Так, сюда можно пойти. Там мне нужно прыжок, да, кажется? Ой, бля. Куда идти? Ну, походу, наверх. Там, где вот эта зига. Иди, зиги. Так, вот здесь я вижу место тоже. А, так, я подожди. Нет, не остается. А, это... Там же паутина. Mm-hmm.
Ну да, только туда получается. Давайте тогда, я думаю, туда мы отправимся в следующей серии. Поэтому. Сейчас сюда отправляемся. Проверяемся и заканчиваем. Сохраняемся и заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.